В рамках музыкальной пятницы мы приглашаем в нашу студию только талантливых, исключительных музыкальных гостей. Яркий пример таких солист этногруппы «Сал Урал» Ильдар Шакир. Ильдар, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Поскорее расскажите всем нам, телезрителям, нам, что из себя представляет и как называется вот этот интересный, редкий достаточно музыкальный инструмент. Ну вот этот инструмент называется ятаган. Он ятага, либо ятаган, он развит абсолютно у всех тюркских народов. То есть, если это Казахстан, то это жетеген. Если это Калмыкия, то это ятха. А если Хакасия, это чатхан. У нас он называется ятаган. В Башкортостане. Самое красивое название, по-моему. Да. Ятаган. Ятаган, да. Даже... У монгол он тоже называется либо ятага, либо ятаган. Чаще всего ятага. Вот. Ну, скажем так, если о легенде немножко рассказать, то казахи называют жетеген, потому что, в общем, там такая легенда. Один старик, после того, как у него каждый сын умирал, у него было 7 сыновей, он грустил и натягивал струну на инструмент. То есть вот так и так вот 7 струн, по идее. Здесь, да, в данном случае 9. Есть другой инструмент, 13, есть, ну, это уже расширенный диапазон для более профессионального исполнения. А именно народный инструмент вообще семиструнный, то есть служил как аккомпанемент для голоса. Да, можно попросить вот немножечко сыграть, а? Послушать, как звучит этот шикарный ятаган. Премьера здесь. Ильдар вздохнул почему-то. Вижу и слышу звучание этого инструмента. Казалось бы, он является национальным, да? Да. Надо... Вот хорошо, что мы приглашаем таких музыкантов к нам в студию. И я засыпаю. Нет, на самом деле. Спасибо большое, это было очень здорово. Я докончу свою мысль. Хорошо, что мы приглашаем вот музыкантов, владеющими игрой на таких замечательных инструментах, да, дабы еще больше популяризировать национальную музыку, которая сейчас, как мы уже сегодня говорили, в тренде. Да, становится очень популярной. И как ты считаешь, Ильдар, с чем связано вот такое обострение популяризации родного языка, именно башкирского, да? И какое музыки, будущее вообще музыки. У башкирского музыки, как ты считаешь? Ну, прежде всего, я считаю, и во все времена это было, будущее музыки именно за народной музыкой. Вот при любых раскладах, как бы ни делали сегодня качественно, хорошую профессиональную музыку, популярную музыку, все равно практика показывает, что все возвращаются рано или поздно к своим истокам. Вот это... Надо вот Егору Криду напомнить вот эти слова. Еще такую вещь скажу. Еще выдающийся фольклорист 19 века Сергей Рыбаков, приезжая сюда, в Башкортостан, он писал о том, что некоторые дедушки, да, ругались в то время еще на современную молодежь, то, что они современные песни поют. В 19 веке современные песни. Так было всегда. То есть это было всегда. Это вот, да. И потом, посредством того, как сюда заселялись разные народы, постепенно, и тем более уже сегодня современный мир, когда уже медиа так развита, мы теряем свою самобытность. Вот. И, к сожалению. Вот такие фестивали, как «Крутушка», на который мы съездили, там как раз-таки... Это, грубо говоря, клуб по интересам, только очень такого международного масштаба. Приезжают люди с разных стран, приезжают люди с разных республик и показывают именно свою непосредственную культуру. Это будь чувашская, мордовская, марийская, башкирская вот была, да? А там люди с Эстонии там приезжают, то есть, ну вот, с разных. Да, вот как раз ты опередил меня на один вопрос. Фестиваль «Крутушка» проходит в Татарстане. Как проходит и что вы делали там? Программу представили. Вот да. Этногруппа, или мы еще называемся этнографический проект «Сал Урал», уже, в принципе, сам проект третий раз поехал в Казань, да, участвовал в Казани. Но лично я ездил второй раз, то есть мы были в том году, в этом году. Там уже есть свой слушатель, там уже, скажем так, вот это название, этот бренд уже себя хорошо зарекомендовал, потому что именно старается коллектив передать аутентичность. То есть... Ну, вот так, честно говоря, в том году вот было 3 дня фестиваль, в этом году 1. Немножко сжато. И всех вот, ну, то есть, немножко
по времени мы, конечно, не, ну, немножко недовольны, потому что, ну, хотелось побольше, приехали издалека. Люди из Перми приехали, и там буквально полчаса, и все, и давайте 4 композиции. Программа, вот. А программа большая была, да. Угу. Вот. Ну, в этом году вот только вот, вот этот момент такой не очень удобный был, скажем так, по времени. Да, Эльдар, у нас как раз есть видео с этого мероприятия, я предлагаю прокомментировать его. Вот сейчас... Это группа «Сало Урал», да? Да, руководители группы Раис Незамединов слева, да, и рядом с ним Ильхам Байбулдин. Они изготавливают тростников из настоящего улян-курая, из уральского реброплодника, инструмент курай. То есть это прямо на сцене? Прямо на сцене, на глазах. В режиме реального времени, да? Да, в режиме онлайн. В этот момент звучит аккомпанемент на итагане как раз-таки. И Айнас Незамединов рядом со мной сидит, да, он играет на курае мелодию. И вот сразу после того, как мы доиграли полностью мелодию, после как они сделали, они начали солировать. Ну, там зал просто упал, можно сказать. То есть они сделали курай вот на сцене и начали на них сразу играть. Да, совершенно верно. То есть показали это в реальном времени. С ума сойти. Это если сегодня это с ума сойти, то что было в начале 20 века, в 20-е годы, в 30-е годы, когда наши, например, Юмабай Исабаев ездил, да, и в Париже играл. То есть там об этом вообще весь разлетелось. То есть человек на глазах у всех сделал курай, сыграл и, в общем-то, поразил этим. Так что, да, так практически на мировой уровень выходит. Но также мы показали, вообще впервые в Татарстане мы показали ятаган. Ятаган также этот инструмент в республике Башкортостан больше нигде, в общем-то, не участвует. Это этногруппа ятаган, здесь Сал-Урал. Потом мы показали игру на традиционных думбарах, все четвером играли. Затем мы показали игру на кубызах, на деревянных, на металлических, ну и, конечно, курай. Ну и плюс проект славится тем, что, ну, сегодня их вот со мной нет, славится тем, что горловое пение именно популяризируется благодаря этому коллективу. То есть... вот еще одно видео. Это уже... вы на кубызах играете, да? На кубызах, да, то есть показали. То есть у вас каждый солист вашего, вашего коллектива, человек-оркестр, да, он играет сразу на нескольких инструментах, да? Все мультиинструменталисты, и этим самым коллектив интересный, потому что программа не однообразная. Потому что, вот, например, на «Крутушке» многие коллективы выходили немножко однообразно в течение полчаса. У нас каждый номер был захватывающий. У нас еще плюс танец. Профессиональный танцор Айнас Незамединов, обладатель гран-при на конкурсе фестиваля «Баик». И заключительный номер, марш «Взятие Казани», и маршрут, он вышел танцевать и просто, скажем, взорвал, да, под аккомпанемент группы «Сал-Урал». И, конечно, вот это была заключительная точка, очень мощная, и народу просто не хватило. Ну, лучше не доесть, чем переесть, скажем так. Я сейчас, знаете, вот честно скажу, позавидовал татарской публике. Почему у нас так редко выступаете, как, не так часто, как хотелось бы? Да, если честно, вот я тоже я считаю, что это немножко проблема. Нужно здесь больше именно популяризовать, ну, стараться выступать, показывать именно традиционную культуру, но... Вот сейчас совместно с этой группой «Ятаган» мы собираемся, вот, в частности, Раис Незамединов хочет сделать большой концерт при участии вот этих двух групп. Потому что мы стараемся именно как бы больше вот к народу, то есть именно сами выходцы, как говорится, из народа, из деревень и так далее. И вот мы хотим именно популяризовать именно вот это направление, это движение аутентичной музыки, такой народной. Ну, слава богу, вообще руководство нашего города и нашей республики делает многое для развития, потому что появилась у нас новая площадка. Фестиваль, да, «Сердце Евразии», например, да, в котором вы из группы «Ятаган» участвовали. Да, и его совсем недавно его не было, его теперь появилась великолепная возможность. Это было феерично, да. Да, дай бог, чтобы это направление развивалось, да. И благодаря таким музыкантам, как вы, продолжала распространяться и идти в массы. Вот мы сейчас послушали, я обязательно своим друзьям сегодня расскажу, что услышал такое вот сумасшедшее. Да, но меня прям распирает от гордости за то, что у нас действительно есть красивая национальная музыка, да, и мне кажется, уже пора, друзья, вносить ее в массы, в народ, потому что, ну, действительно, мне кажется, она дополняет душу, вот эти душевные какие-то нотки. Давай мы попросим тебя, Эльдар, еще раз немножечко сыграть, и вот под звучание этой великолепной... Да. Убаюкивающей музыки. Мы продолжим будить людей. Значит, итак, Эльдар Шакир. Башкирская народная мелодия «Кахантуря». Вот как раз под нее мы там делали улян-курай. Угу.
представить вам Ильдара Шакира, солиста этнографического ансамбля «Сам Урал». Дорогие друзья, предлагаю вам продолжить ваше пробуждение и настроиться на позитивную волну. Это утро в столице. Ну а прямо сейчас мы продолжаем. Бен и Бенаси, Крис Браун, «Парадайз». Клип. Смотрим.